Народный фронт в Дагестане исполнил мечты школьников. О своей мечте дети написали на прямую линию президента России еще в декабре прошлого года. Осман Шихмурзаев из села Осман-Юрт рассказал главе государства, что мечтает о ноутбуке. Мальчик с рождения слаб, здоровьем часто проходит лечение и вынужден пропускать уроки в школе. Для учебы компьютер ребенку крайне необходим. Однако старый сломался и не подлежал ремонту, а на новый у родителей не было денег. Теперь его мечта сбылась. Активисты ОНФ исполнили заветную мечту и Ларисы Хухаевой из селения Чанта-Аул. Девочка давно хотела новый телефон. Она увлекается литературой, изучает арабский язык. На досуге любит почитать в интернете стихотворения классиков, выписывает их в тетрадку и заучивает их наизусть. Здесь ничего такого, но простые вещи, которые мы делаем от чистого сердца, без каких-то других целей. Тем более в такой месяц в Дагестане, это сам Бог велел делать такие добрые вещи.